Привет всем, вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить метро Last Light. Слава богу. Мы включи карту. Куда-то мы, в общем, пришли в новое место. Да-да-да. Если что, мы можем включить. Все закрыто. А здесь больше ты не видишь. Они здесь все больные, да? А, мы попали в какую-то болезнь. Да. О, Мор Утопия. Знакомая. Да мы сами заражены. Похоже на этот, на Outlast. Помнишь, где мы бегали? Что делать? Что? Скелетик? Человеческий. Блин. И все бздят. Может, цианидику? А? Вы смогли выделить возбудитель? И да, и нет. Что? Это какой-то штаб. Сюда нельзя. Зона особой опасности. Чё-то мне прям в лоб эту руку суёшь. Вот, наверное, сюда нам, да? Ага. Не, слушай. И у них болезнь протекает в легкой форме. Прогноз благоприятный. Как вы понимаете, в Москве этот вирус в естественных условиях не встречается. А в исконной среде обитания он способен убивать гораздо дольше. Так что это все значит? Это не простой вирус, а боевой. Измененный таким образом, чтобы в короткое время после заражения местности вызывать максимальную смертность населения. А затем становиться безвредным. Проклятие! Откуда же он взялся? Еще до войны я слышал о разработках нового поколения бактериологического оружия. Именно на основе этого возбудителя. Проходите! Нам можно! Тихо. Как будто Нейрохантер, она тоже какая-то чума была у них. Так, сохранение. Ничего. А ну вот туда пойдем туда. Значит, сюда. Какой же у них здесь? Здесь уже людей поменьше. Грибочечки. Выращиваем. Ты кто? А, Хан? Спасти хоть его. Идем. Но поймите, мне обязательно нужно беженцам полезать. Там что-то. Что-то. Документы. Сержант, вы выскажите, что там творится. Нас-то не пускают, а слухи ходят такие. Как какие? Ваш паспорт. Я думаю, кореша надо ждать. Где он? Очередь. Мы нажми и удерживай. А, вот за ним надо будет. Ага. Косичкин. Оружейная, идем в оружейную. Начальник запретил до выяснения. Вот наш человек. Вот этого пропустить. На него есть разрешение. А, это мы. А на нас есть разрешение? Так он про нас сказал. Артём, путь нам предстоит не близкий, так что о, фильтр штырил. Подходи, Рейнс, в общем, там его разломом, чтобы... Подходи, Рейнджер, подходи. Есть от чего не вообще в бой. Балалаечка. Ну что до нас, что до беженцев этих, дело никакого. И я не пойму, в чём вы видите. Давай еще. Ну и хватит, да? Как думаешь? Слышишь, мы тебе никто не рады. Есть даже имена
Ага, кинул, но же забыл. У растяжки. И тебе счастливо. Фубиус. Грейнджер? Рейнджер. А-а-а. Могучие рейнджеры. Смотрел такой раньше? Шоу? В другом месте. Я смотрела. Настоящее. Лишь одно место. Метро. И наш долг — спасти его любой ценой. Нам надо спешить. Мне догонять Черного. Ане сообщить отцу о том, что творят Корбут с Москвиным. Все остальное — непозволительная сейчас роскошь. Сахара. Открывай! В полисе начинается мирная конференция. Соберутся лидеры Ганзы, Красной Линии, Рейха. Но я слишком хорошо знаю человека, Артём. Все бесполезно. Войны не избежать. Если не случится чудо. А что, у нас одетый там был? Мы же его не одевали. Ну давайте, открывайте свою сетку. Ты идешь? А ты? Хан? А он не пойдет, все. Он не пойдет. Хан медленный, он какой-то О, Рокля. Рохля. Путь к судьбе, к будущему. Открывай. Такую речь сказал. Идешь? Давай косички на хвостик. Идем, так и я иду за тобой. Ты вообще, медляк Иваныч, хоть бы скорости прибавили бы ему. Идет еле-еле. Парень, проходи. Не положено дверь держать открытой. Проходи. Да и ты. Аккуратнее там с генераторами. Ничего там нет. Никакой это не тупик, Артём. Просто случайный человек моментально заблудится в этих тоннелях, а еще больше в самом себе, и сгинет без следа, как это случилось. Ну, быстрее пошел. Но мы здесь не случайно. Нас ведет судьба. Глючок, глючок. Нас ведет судьба, это хорошо. Нас тоже ведет судьба. Ого! Пенумбра, задолбала нас эта судьба уже. Расключу сейчас. Но есть в метро особое место. Там мало кто бывал, и почти никто не вернулся. Его называют рекой судьбы. Потому что оно может переломить судьбу, смыть тину прошлого и открыть новое будущее. Где-то я такое уже видел. Ну, он, походу, сам будет это их отключать. Сколько их? А тот отключен. Если в реку судьбы вступит человек, всей душой желающий получить этот шанс, река вынесет его в место и время, где можно изменить все. Проперлись? Пойдем дальше. Давай, козырь, быстрее иди. Не, без него мы... Пойдем все-таки, да? Помни, главное найти Черного. Это единственное, что надо просить у реки. Хорошо, попросим. Река, дай Черного. Живое существо, дышащее, обладающее душой и мыслью. Ой, слушай, ну не надо вот этого, ладно? Блин, ну тебе сценарий придумали, кобзет. Ну что ты идешь, как в штаны наложил? Метро живое, метро дышит, метро чё? Кушает. Людей. Блин, еще что метро делает? Мы в первой части тоже с ним шли, да? Да, мы с ним шли.
Ну, кореш, ну что там такое-то, ёбал? Ну да, да, у кого-то в животе бурчит. Это все метро. От голода. Голодное метро. Ла-ла-ла-ла, жрать хочу, солярки дайте мне. Мы за тобой идем, вот и... Что у вас? Что-то... Все время у них что-то лежит. Это кто? А, это этот. Че, свалился, что ли? А мы на тебя, блин. Хоть ножки не ломаем. Это не Джек. Да. Это Артём. Да, только Джеки ломают ножки. Во всех играх Джеки ломают ножки. Да. Правило всех Джеков. Ломать ножки с маленькой высоты. А мы и так пойдем, но мне надо боком. Мы худее, мы худее. Может, надо было так же, как он, пройти? Ну, типа, для вида. Это что-то легко слишком. Что ж ты такой осторожный-то, ё-моё? Ну, ничего же нету. Ты сторож. А ну, есть. Ой! Стой за ним. Опа, вот здесь уже призрак ты ходячий. У тебя патроны вечные, так что убивай их сам. Опа, и ногой можно бить, что ли? Тихо. Тихо, тихо, тихо. Пускай убивает. Вечный зов и вечный бой. Пьянство. Блин, что такое? Ты что, беременная корова или носорог? Гнит, а смотри, как мочит. Всю обойму на него. Опа, видел он, как хлоп такой присел, а? Знает приемы, как отбивать. Лучше бы мы одни шли. О, чувак, что-то тут на... на лбу патроны были. Такой спрятал. Выплюнул. Спрятал костевым черепом. Кто там за нами бежит, а? Что-то он заорал. Кто-то за нами бежит? Бежал. Ну, иди, наконец-то ты побежал. Сохранение уже 100 штук было. Второе только. Ну, давай, спрыгивай, присядь, ну присядь, что ж ты, присядь, ну. Присядь. Так а я что сделал? Вот и сделал. Молодец. Как тебе там зовут, забыл. Дальше ты пойдешь один. Пускай он паутину всю захерачивает. Это хорошо, что там что есть. Дверь там есть. Или проем. Да, теперь грибочек съедим, будем как Алиса в Стране Чудес. Маленьким за кроликом побежим, индийская сила. Слушайте, она сразу прям появляется, что ли? Офигу, да. Ужми. И там проход, и там? Не-не-не, там не проход, здесь тупик. Что такое? Voodoo people, magic people. Пираты какие-то были. Зашибись, да где золото? Золото давайте мне. Свою отметинку поэта. Два этих. Две косточки и черепок. Да, две косточки и черепок зашибись. Все время эти кости долбаные мешают. Сжигаем, сжигаем, надо путь. Хорошо, чтобы все было видно. Если здесь есть паутина, значит здесь есть пауки. Ну, блин, есть. Пенумбровцы. О, есть, вот они. Нет вашей паутины. Сигнальный факел у него, а здесь что? Что здесь? Ты мо-мо-мо включи и все. Ну, куда ты нам укажешь, прикажешь? Мо-мо-мо. Куда идти? Назад. Он на него цель указывает. Чё только не говорю, сядь, попробуй сядь. Чё надо? Что там такое в воде выпьет? Жижа зеленая. А, наверх посмотри. Подожди, может туда? Не закрыто.
Там вроде ничего такого нет. Он говорил про паутину, паутина какой-то проход. Может быть, он вот сюда смотрит? Да, может быть. Решетка прогнила, да и приварена наспех. Бей ногой и все. Артем, помоги. Помогай. Артем, жги паутину дальше. Продолжаем. Так и называем серию «Жгем паутину». Много паутины в этой жизни. Смотри, вода. Мы почти пришли. Это хорошо. Где-то недалеко. Что? Где-то недалеко логово паучихи. О! Есть что? Кореш, есть что-нибудь? Ой, она сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой. Вокруг смыкается тьма. Главное не потеряться в ней. Теперь не спеши. И ничему не удивляйся. В чем дело? Фонарик не работает, если что. Ни в какую. Ты заряди вот его. Вот только вот этот огонь. Да? Да, а вот просто нельзя, смотри, смотри. Видишь? Угу. Вода может быть, да. Здесь какая-то аномалия. Он говорит, ничему не удивляйся. Значит, сейчас что-то будет удивительное. Подумаешь, телефон. Телефон звонит. Как? Затопленный канализацией. Вот. Это тебя, говорит. Бери телефон. Прикол. Алло? Чёрный? Алло? Алло? Мама умерла уже давно. Какой сынок? Тут нельзя долго оставаться. Пробираемся сквозь чащу кирпичей, воды и паутины. Кореш, ты там лежишь? Чё ты туда пошёл, Наком? Ой-ой-ой-ой, как тут много мертвецов! Я не хочу, чтобы они оживали. Надо войти в воду, говорит. Фу! Кто мог ожидать? А ты? Сюда тебя привел не я, а сама судьба. Думай о черном, и река вынесет тебя в него. Ладно, допустим. Не сюда. Черный. А, куда мы там ушли? Цель-то где у нас? Вот здесь? Вот на тебе цель у нас. Ну чё, он мог? Чёрный, куда ты? Вот. А мы куда? Мы с ним, нам нужно туда куда-то. Ладно, тогда будет сейчас контрольная, тогда закончим. Нормально прошли сегодня? Да, вообще. Очень много походили, ничего не делали. Просто шли. Опа, ну ты упал, кабдец. Прорезью к носу. Хе-хе. Узнаешь? Это башня. Из пенумбры. А, из первой. Внизу городище черных. Тот миг, когда ты послал на них ракеты. Смотри, это ты сам. Река может очистить тебя от груза ошибок. Переломи свою судьбу. Ты сможешь. Верши свою судьбу. Своими руками. Ой, куда полетел? Точно пенумбра, там его папа только спрыгивал. Прыгай за ним, пока. Оу! Ой-ой-ой! Что это такое? Ты где? Ты кто? А, их город, их дом. Все, что от него осталось. Откуда он столько все знает? Вообще все ну, знает. Он такой шаман, вуду пипл нафиг. Все прям знает, куда уже идти знает. Он все знает. Видишь, у него косичка сзади и спереди, значит, чуть-чуть он колдует. Где, трах кто, тебе, кто, дох кто, тебе. Кто? Я за тобой побегу. Угу. Черный, стой! Быстрее! Ты, черный, кекс, поганое какое имя.
Не потеряем. Блин. Хорошо, где там наш шаман? Карту включи, май. Это здесь ты его почти догнал. Вот ты-то где вообще? Куда идти-то, смотри. За ним, скорей. Что за глюки? Контрол. Слабый, слабый, жесть вообще. Да подожди ты, Макакиан, ты долбанный. Почти нагнали. За ним. Ой. Тихо, тихо. Ну черный, что долбанный попок. Куда? Куда? Не хочу! Куда? Что ты делаешь? Ай, скидывают! А он все равно в каком-то другом. А, я сам полетел. Погонь, зашибись. Ну здесь вообще какая-то мистика сегодня. Мистика. Мистический уровень. Ну ладно, давайте, где наше сохранение? Летим. Управлять можешь? Мы же в каком-то мире, непонятно, фиг его знает где. Все, приплыли там, где были. Вот и все. Дьявол, я и забыл, что это река. Не только мистическая сущность. Все. Здесь это тормознемся. Подписка на канал, ставь лайк, пока, так, комментируй, лайк, пока. Пока.